24 марта в Рязанском медицинском университете имени Павлова прошел День открытых дверей. Свободного места в актовом зале не осталось. Оно и понятно, медицинский университет выпускает высококвалифицированные и подготовленные кадры. Рязанский мединститут очень важен на территории Рязанской области, поскольку он полностью перекрывает потребность в медицинских кадрах, которые имеются на территории региона. Это высококвалифицированные медицинские кадры, которые работают в более 70 организациях на территории Рязанской области. И поэтому нам повезло то, что у нас есть свой медицинский университет, где мы можем очень быстро подготовить профессиональные кадры. Там, где они нужны. На дне открытых дверей будущие абитуриенты могли задать любой интересующий их вопрос ректору университета. По словам Романа Калинина, программа всегда подготавливается с учетом всех важных тем для родителей и их детей. Однако вопросы всегда остаются. Чаще всего они касаются специальностей, проходных баллов и общежития. Родители доверяют и видят будущее своих детей, связанное именно с работой в системе практического здравоохранения различных специальностей, не только лечебного дела, но и медико-профилактической стоматологии, фармации, клинической психологии, нашей родственной практические специальности. И это важно. Поэтому я думаю, что эта тенденция, она останется, потому что медицинские вузы, системы Министерства здравоохранения Российской Федерации дают очень высокое качество образования. А, конечно, и родители абитуриента прежде всего хотят, чтобы диплом, который получил выпускник, он был достойным и востребованным. А вот это вот все есть. В день открытых дверей для будущих абитуриентов устраивают экскурсии по всем учебным зданиям медицинского университета. Одно из необычных нововведений этого года – биткоины. Это небольшие монеты, которые можно получить на разных точках экскурсии, правильно ответив на вопросы гида. Выигранные монеты можно обменять на призы с символикой медицинского университета. С таким интерактивом, по словам ректора, экскурсия запомнится надолго. В целом, именно так и можно описать обучение в вузе – современно, четко и грамотно. А выпускников – специалистами своего дела.